Большая партия индивидуальных средств защиты поступила в Ненецкую окружную больницу для медицинского персонала по линии Общероссийского народного фронта. Вся партия уже доставлена в складские помещения медицинского учреждения. Ну, у нас региону пришла помощь по линии Общероссийского народного фронта. Этим занимался напрямую Юрий Васильевич Бездудный, губернатор Ненецкого округа. На сегодняшний день все поступило в достаточно больших количествах. Это является нам хорошим подспорьем. Ни копейки мы на это не потратили. Все это по линии благотворительности. Поэтому у нас прямое взаимодействие с Общероссийским народным фронтом, который на сегодняшний день, конечно, очень помогли округу. В Ненецкую окружную больницу поступило 500 000 трехслойных масок, 100 тысяч однослойных, 10 тысяч защитных костюмов для работы врачей и среднего медперсонала, а также 2500 одноразовых перчаток. Данная помощь для нас довольно-таки значительная, с учетом того, что сейчас расход средств индивидуальной защиты повышен, потому что и у скорой помощи вызова увеличились, и у стационара мы сейчас количество врачей и среднего персонала привлекаем больше. Поэтому, в принципе, средства индивидуальной защиты нам очень нужны. Они очень кстати и очень вовремя нам пришли. Но это еще не все. В ближайшее время в окружную больницу поступит 2000 литров дезинфицирующих средств, которые крайне необходимы в работе ковидных отделений. Следующая партия достаточно большая идет из резервного фонда правительства Российской Федерации. Тоже абсолютно бесплатно. Ожидается, что в федеральной партии средств защиты также поступит в Ненецкую окружную больницу 3 000 000 медицинских масок. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».